В редакцию «Тагил ТВ» обратилась жительница вагонки. Женщина выражала недовольство тем, что на площади Славы выгуливают лошадей. Наша съемочная группа отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации. Нарушительницу порядка не пришлось долго ждать. Игнорируя запрещающие знаки, девушка вела по пешеходной зоне лошадку. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы являетесь хозяйкой лошади? Что хотели? Мне не надо снимать. Телекомпания «Тагил ТВ». Так, во-первых, закрой. Пожалуйста, меня не надо. Не так разговаривать с вами. Женщина, пожалуйста. Подождите, надо, стойте. Пожалуйста. Так, тихо, пожалуйста. Не трогайте, во-первых, камеру. Сначала разговор не заладился. Жена, гонорар надо заработать. Мы тебе, просто... Да? Что? Гонорар хочешь заработать? Почему? Ну, а что ты тут снимаешь? Через пару минут женщина все же согласилась объяснить, как оказалась на площади Славы. Мы ничего не нарушаем, мы не работаем. Смотрите, хорошо. Дети гладят лошадь. Все, замечательно. Тогда у меня другой вопрос. Вы не работаете. Что надо сейчас от меня? Мне нужно, чтобы вы... Мы шли мимо и пошли домой. Смотрите, все, хорошо, замечательно. Но смотрите, есть знаки, которые воспитают... Мы идем мимо вот оттуда и туда. На этих кадрах видно, что животное привлекло внимание гуляющих. Ребенок гладит лошадь, а рядом стоят еще несколько взрослых с детьми. Между тем, находиться так близко к животному рискованно. Опасаются того, что может произойти несчастный случай и те, кто гуляет на площади Славы. Она возьмет, испугается. У меня вот одна знакомая тоже. На лошадку посадили, а погода была плохая. Она как побежит, у меня эта девчонка с лошади упала. Ну, то есть, а вы конкретно за или против этого? Ну, я вообще-то против. Действительно, от испуга лошадь может укусить человека или лягнуть. Подобный случай произошел в декабре 2017 года на Театральной площади. Тогда 55-летняя тагильчанка получила сотрясение мозга и травму шеи. Чтобы избежать таких происшествий, катание на лошадях запрещают в прогулочных зонах, таких как Площадь Славы. Это подтвердили и в администрации Дзержинского района. Катание на лошадях на площади Славы с администрацией Дзержинского района, с администрацией города не согласовано. Есть правила, эти правила размещены на информационных стендах на площади Славы, где также сказано о запрете катания на лошадях. Нарушать закон у хозяев непарнокопытных давно вошло в привычку. Они организовали пункт катания детей верхом на лошадях и пони прямо у входа в парк имени Бондина. В прошлом году организаторам такого аттракциона пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Но бизнес не свернули. Видимо, прибыль с лихвой покрывает подобные расходы. К слову, за катание на лошадях в местах, где установлен знак «Движение гужевых повозок запрещено», предусмотрен штраф 500 рублей. Конечно, такое наказание – это комариный укус для владельцев непарнокопытных. Ведь одна поездка, которая длится примерно 5 минут, стоит не меньше 150 рублей. И эти деньги не облагаются налогами. Мэрия Нижнего Тагила давно определила места для законного катания верхом. Это участок проспекта Строителей вблизи Театральной площади, территория парка культуры и отдыха металлургов, лесопарковая зона на улице Зари и сквер между улицами Володарского и Калинина. Прежде чем начать лошадиный бизнес, нужно подать заявку в администрацию города. В документе необходимо указать количество животных, дату и место катания и данные человека, который будет оказывать услугу. Но, похоже, легализоваться хозяева лошадок не собираются. Ведь их кони и без того отлично выбивают копытами монеты.